Привет всем рыбакам, рыбачкам. Приехали на речку. Почти в том же составе. Иваныч Александр Иванович. Доброе утро. И сын Александр Иванович. Тоже Александр. Вот лодки накачали. И я без мотора, потому что у меня его нету. Меня опять потащат на веревке. На следующий год куплю мотор. Красота, утро. Сегодня выехали вовремя, потемно. Ну, надеемся на хороший улов, на удачу. Человек первый раз за лето выплыл. Первый раз за 35 лет. Ну, я снимаю. Первый раз за 35 лет выплыл. Мы тут два волка старых плаваем. Ни одной. Ну-ка, что там у тебя, Сань? А? Что там у тебя? Четыре, да? Четыре, да. Ну вот. Рыба есть. А у нас ни разу. Они помаленьку ловят. Ладно, будем дальше. Вторая такая. Ну ничего уже. Более-менее. Более-менее. Одна уже плавает. А вторая. Выключаем. Чё, Сань, как рыбалка? А так, для первого раза. Ну да. Чё поешь? Поеду, наверное. Всё, заразился или нет ещё? Поеду. Надо ещё раз-два съездить, поймать хорошо. Потом. Потом будешь сам батю просить. Ой, видали какой? Сейчас попробую одеть. Здоровенный. Такой я еще не рыбачил. Сейчас, наверное, все коряги соберу. Ой, Лео, так он не налазит. Тугой. Вот так вот его сейчас. Раз. Во. Фига себе. Листерок. Ух ты. Красота. Кто-то попался. Так попался, небольшой. Ладно, с очком возьмем. Ах ты!
ох ты, сошла в сачок. Ух ты, сачок дрявый, что ли. Блин, новый сачок. Новый сачок. Это он так просто расходится. Петли расходятся. Так, пойдет. Не получается у меня заснять. Одну небольшую получилось, и все. Эх. Что это? Меня здесь вчера товарищ хорошо поймал. А у нас, как всегда, не очень. Да из меня щукарь. Да, мне бы сазана половить. Поеду. В среди недели сейчас Паша приедет. Паша, приезжай. Поедем с тобой за сазанами. Давай, Паша, друг, приезжай. Там, говорят, уже начал поклевывать сазан. Так время-то уже, ё-моё, уже почти осень. Уже почти осень, уже желтеет все. Лето-то у нас на месяц раньше началось. Да лето вообще еще в апреле началось. Так что это... Сейчас уже время крупного сазана, по идее. Вот, надо ехать ловить. Да ё-моё. Ладно. Сошла. Вот, которая сходит, кажется, что она хорошая была. На самом деле, такая же. Как и остальные. Она больше не возьмет. Кололась. Хотя может, она дурная. Хотя может. Она же дурная, щука. Таня, хорошая, да? Завела под корягу? Ну, плохо. Что с вами, тебя тут? Семь. Семь? Ну, нет, что где? Нормальные семь. Ага. Для первой рыбалки ништяк, да? Да. Я даже не ожидал, что честно. Ну все теперь. Сейчас пока не будешь хотеть, а дня через два захочешь опять. Эх, ты свечку делаешь. Не дергайся. Назад ходу нет. Ты мне весь твистер пожевал последний.
Иосиф Иванович, сегодня не твой день, да? Сегодня не убью. Вот, что случилось еще. Лодка лопнула на берегу. Ну хоть по шву. Заклеит. Одни минусы сегодня. Одни минусы. А мы ничего, Санька, да, Сань? Да, нормально. Ну, такая нормальная щучка такая. Вон, смотри-ка. Может, больше, чем у меня. Да нет, ты, наверное, побольше. Да. Перехранил. Ну. Не, наверное, меньше. Вот я. Вот и я поймал. А у меня таких две. Нет. Это побольше. Ну-ка. Давай. Посмотрим. Во. Одинаковые. Одинаковые. Брат и сестра. Да, наверное. Угу. Даже не надо снимать. Угу. Как скажешь. Так. Такие ровненькие. Народ едет, ловит по 20 штук. Неужели мы не рыбаки? Почему так всегда меньше ловим? Нормально, пойдет. Не за рыбой ехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12. Все. Красота. Последние жаркие дни. А нынче, может, и в сентябре еще плюс 40. Сейчас погоду не поймешь. Ну все, до новых встреч. Всем пока, Сань. Пока, всем. Всем пока. До свидания.